Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня утренний обзорчик рынков. Что где есть, какие плюхи. Сейчас посмотрим, чем нас вторник удивит. Так, ну Тайвань, как обычно, я уже вчера показывал вам топовая акция. Мега скидок. Собери себе сам, называется. Люки, какие хочешь, можете зайти на Тайвань посмотреть. Она еще будет 2 дня. Так, что у нас тут? За трату карточек таланта. Пешочек огника. Так, тут ничего нового даже не продают. Как-то странно, странно на Тайване. В первую очередь обнова, но ничего нового не продают. Так, что тут у нас интересного? Яйца. А больше ничего такого нового нет. Поехали на английский сервер глянем. Заходил с утра, смотрел. Думал, может, камешки добавили. Так ничего, к сожалению, не добавили нам. Через день, через два. Долго я буду здесь силу качать. Для топ-1. Ну, как видите, полным ходом. Продают эссенции, которые нафиг не нужны. Так, печеньки. 1500 уже печенек, 50к лепят. Так, 1000. Мари дешевые, новый скин. Это анимешку вообще удешевили, как это так? Такс. Окей. Но тут тоже, видите, ничего такого сверхъестественного сегодня нет. Как-то они после выходных обычно акции это скидки дают, но в последнее время на английском что-то нету. Так, Spring Wheel. Здесь ничего у нас не поменялось. Коллекционер. Неплохой коллекционер, посмотрите. За Мишаню дают 10-е тихое укрытие. За панду 3 сменки. Ну, в принципе, я считаю, для бездоната вот такой вот вариант. Очень даже ничего, если взять. Паролить за ЗПшки. Without you on my mind, not even 1 minute can end up before you go. 200, интересно, а панду выбьем? Наверное, вряд ли. В основном, смотрите, зелень падает, все. Ну, кому-то, может, и повезет. Шаман упал. Да, не повезло. Но все равно довольно-таки неплохо. Рунка и 3 сменки на созвездие. Неплохо. Так, окей, поехали дальше, поехали на следующий. Давайте на немке глянем, что у нас интересного есть. Немка должна сегодня удивить, там у нас есть неплохая акция, обожание. Сейчас посмотрим, что там уже собрали интересного. Так, забрали Мэри, собрали. Армастен. Чё на нее тыкают, я не знаю. Есть же другие кайфовые.
Люхи. Все, мы забрали следующего, кого там будут. Тыковку, наверное, собирать. Так, ну-ка посмотрим, что тут еще интересного есть. Ну, вход я вечно забываю. Говорю себе, что буду фармить его, и вечно забываю этот вход фармить. Это... Пока больше вроде ничего такого нового. Так, что у нас здесь? Яйки. Здесь нового героя уже дают. Барда, как видите... Ну, здесь всегда. Это единственный сервер, где сразу же после обновы дают кучу новых плюх и кучу всего. Это немка. Бард. Ну, его и так здесь можно было собрать, в принципе. Так, что тут еще было? Авиар. Тоже довольно-таки неплохой авиар. Плюшки, расходники, действительно стоящие вот для доната. Вот последняя, третья строчка, вторая, неплохие. С места не хватает. Что за сервер? Места не хватает в алтаре. Вчера, кстати, здесь была кайфовая тоже акция с наймом. Но я уже на следующий найм попаду. Продаю места надо. Не хватает, ребятушки, места конкретно. Вот видите, и печеньки даже копятся. Хотя я ничего не фармлю, по сути. Вот он, бум, плюс 10. Ну, следующий уже попробуем. Вчера зефира давали, целого зефира заролен. И ребята некоторые его вытащили. Сейчас пойдем рынок, чекнем, что там на рынке интересного есть. О, ну вот вам, пожалуйста. Вот посмотрите, какие плюхи здесь реально дают. Даже за один самоцвет есть шанс потом наролить. Вот по 3 сразу дали. За 300 не очень. 1100, ну такое. За 5 десятка. А вот за 11, конечно, топовое со скинами. Интересно, что тут у нас по топу творится. 1913. Ну, тоже неплохо. Есть у него бард, интересно уже. Барда что-то не наблюдаю. Такс. Ну, вроде все, поехали еще русский чекнем. Вот такие вот, ребятушки, халявные плюхи на этом серверке. Это единственный сервер на сегодня, где реально дофига халява. Тайвань этот. Так, на русском магазин скидок. Нифига себе. Прям мега-мега вау. 10 сумок зефира. Это серьезная заявка. Так, войти. Карта богатства. Подарочки авиара. Здесь зефира пихают. Тоже, в принципе, относительно для русского сервера. Расходники неплохие. Супер набор. Тоже мешание вообще копейки стоит. Скин.
Однакраса начали продавать. Хотя его и так уже можно собрать будет без доната. Пакетик накопления. Ну такое. Такое себе накопление. Ну для русского и такое сойдет. Хоть какие-то плюхи. Да. Больше ничего такого интересного нету. Чары открыть. Рулетка. Да, больше ничего нет. Вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.